Быть же воднетыя, изыде повеление от кесаря Августа написать и всю вселенную, и дяху все написать ися кождого свой град. Взыде же Иосиф от Галилеи из града Назарета во Иудею, во град Давидов, и же нарицается Вифлеем за небытием от дому и отечества Давидова, написатися с Мариею, обрученную ему женою, сущею непраздною. Быть же, егда быста тамо, исполнишася дни е родити ей, и роди сына своего первенца, и повит его, и положи его в яслях, за не небе и места в обители, и пастыри ебеху в той же стране, бдящие и стригущие стражу ночную о стаде своем. И се ангел Господень ставник, и слава Господня осияих, и убоящася страхом велим, и рече им ангел: не бойтеся, себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам дне спас, и же есть Христос Господь во граде Давидове, и се вам знамение, обрящите младенца повита, лежаща в яслях. И внезапу быть с ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава!